Телеканал КРТ представляє. І от представимо собі, він вже не президент. Зможе він повернутися на сцену 95-го кварталу? Будуть у людей виникати ті посмішки, які були раніше від жартів Володимира Олександровича? І те ж саме мене цікавить стосовно пана Вакарчука. Так, сразу по очереди. Сначала по моему любимчику Вакарчуку. Давайте. Во-первых, его обсуждать, я считаю, вообще нет никакого смысла. Это мертворожденный политический ребенок. Такой, знаете, переносок. Он себя столько вынашивал и столько себя пытался продавать, что, я бы сказал, ну, его время уже прошло. А после феномена Зеленского, понятно, о Вакарчуке с его постоянно вялой и, наверное, очень творческой, тонкой организацией внутренней, мне так кажется, политика действительно не его. Поэтому про Вакарчука забыли, его не существует, не как политика. Ну, могу признаться честно, иногда его песни, если в машине играют на радио, я не переключаю. Опять, смотря какие, но в основном мне они нравятся. Музыка хорошая, музыканты хорошие, почему бы нет? Но как политика его нет и не будет больше никогда. Все. Это жирный крест на этой личности. По поводу его концертов, я думаю, да, будет. Да, будет, поскольку он не обрел еще ту звезду, вот эту политическую. По поводу Зеленского. Сможет ли он вернуться в 95-й квартал, в кинематограф или еще куда-нибудь? Ну, я этот вопрос задал себе в самом начале, когда он только 31 марта уже стал, как сказать, избранным народом Украины. Я думаю, нет. Точка места сидения определяет мировоззрение, точку зрения. Пан Зеленский уже почувствовал вот то ощущение, когда ты правишь, когда ты распоряжаешься, когда ты задаешь повестку дня. Это совершенно другое ощущение, нежели срывать овации и просто смешить людей. И я думаю, что ему внутреннее эго этого уже не позволит. Тем более, после его правления, я просто уверен, если оно не, скорее всего, оно завершится намного раньше, чем 5 лет. Я думаю, что многим людям просто уже будет не смешно. И, скорее всего, он это тоже понимает, что его актерской, КВНской карьере пришел логический конец. И что меня пугает, я очень переживаю, чтобы он не воспринял все-таки эту должность как зарабатывание денег, поскольку карьеры впереди у него именно актерской может уже не быть. Да и вообще, я считаю, не совсем этично и не совсем красиво после того, как ты первое лицо государства, потом сниматься в российских сериалах или скакать на сцене, играть на рояле. Не совсем, ну, как сказать, не совсем это презентабельно, не совсем это демонстрирует какое-то национальное достоинство, что ли. Поэтому власть – это крест. Если ты этот крест на себя возрузил уже, ты должен его пронести. Многие в нашей стране, в чем ошибка, воспринимают власть как способ зарабатывания денег. А власть – это крест. Власть – это всегда быть примером для других. Власть – это быть примером на работе, примером в семье. Власть – это в ночной клуб лишний раз не пойти, следить за своими жестами, эмоциями. Думать 300 раз, что сказать, как сказать, консультироваться. Если рассуждать о каких-то вещах, то разбираться в них глубинно, а не просто поверхностно, услышав своего пресс-секретаря, ляпнув что-то, как корова, на землю, а потом это все обсмеивают и обсуждают, дискредитируя первое лицо. Поэтому власть – это крест. Я думаю, что после этого креста все-таки, если он досидит... Если он его не раздавит, да, то да, все то... одно актером ему уже не будет. Мне так кажется. Это с точки зрения вот изучения его психологии, как он себя ведет, как он себя подает, что он не лох, ему уже 42... Как бы, да, и уже, как бы сказать, смешить власть имущих, которым он раньше давал приказы, ему уже будет не совсем удобно.